Hey, yo guys, с вами Шимки, и мы продолжим проходить игру по названию Far Cry 3 Blood Dragon. Так, мне что нужно? Что мне нужно? Я слышу дракона, мы хотели выполнить вот эту миссию и пойти потом на сюжетку. Ну, по пути там что-то еще пособираем. Что за черт? Пули для снайпера. Так, стоять. Карта. Я хотел, короче, похотиться на акулку, но акулку я не нашел. Но зато я нашел другое животное. Это светящаяся мурена. Вот, допустим, ныряете вы в акваланг с аквалангом, стоите руку куда не следует, прям как подросток, а? А вот вас кусает мурена. Думаете, если бы та дыра, в которой вы сунули руку, светилась, это бы вас остановило. Теперь, благодаря науке, мурены вокруг светятся. Честно предупреждаю вас об опасности. Да, и мы даже исправили тот баг, из-за которого они дезинтегрировали свою добычу. Как-то так, окей. Так, меточку я убрал. Поэтому где у нас? Там, да? Побежали. Так, с патронами что у меня? В принципе, все нормально. Итак, нормально. Пуля для снайпера, да? Нужно ванпосты все позахватывать тоже будет. Ну, не знаю, может... Блин, ладно. Готово. Ну и ладно, пускай они там воюют, нам нужно сейчас... Теперь мне опять придется наверх забираться. По идее, транспорт мне тоже зачислили. О, что я нашел? Тихо. Пока добыча не сбежала. Тихо, плывем за добычей. Тихо, я хочу ее грохнуть. Отлично. База данных готова, что-то новенькое. Видеокассеты. Ага. Каторга. Обольщение красавчика Дейла. Получив жизненное за ограбление банка, при котором погибли люди, красавчик Дейл оказывается в самой страшной тюрьме США. Его тело — единственный шанс выжить. Смотрите фильм, шокировавший всю Америку откровенных сценами тюремной жизни, который журнал «Жестокий подход» назвал обвинительным приговором американской политической системы. Блин, я думал, это будет прикольней. Киберакула. Акулы — две самые ненужные им вещи в мире. Это киберплантанты и большие пальцы. У этих как раз есть имплантанты. Да, к тому же, похоже, что кто-то из ученых хотел научить свою ручную акулу танка держать выкидной нож. Нож держать. А танка держать выкидной нож. Такими терминами они скоро начнут плавать по суше и звонить в двери, разнося подарки ничего не подозревающим домохозяйкам. Так, а ты что? Все, да? И кто у меня там еще остается? О-о-о! Ты что, на меня напасть хотел? Что, совсем дурачок? Мне нужен был скат.
Скат-то я что-то не вижу. Ладно, поехали. Будем терять не минуты. Забыл я новое животное. Так, перезаряжусь. Блин, мне бы на снайперку, если честно, вот. Бесшумку. Блин, на все оружие бесшумки. Что мне нужно сделать? А. Найдите ветерана снайпера, убейте его из... Так, пойдем на обход. Так, одного вижу. А где второй меня видит? А, все, вижу. Так, вижу еще одного. Еще вижу кого-то. Вот как он меня видел? Через дерево. Типа настолько опытный он, что ли? Не верю. Так, ну они, в принципе, отвлекаются в ту сторону. Ни хера их тут! И замечу, что это все снайперы. Не посекли. Ладно, пой. Ко мне внутрь войти по-тихому. Ладно, до свидания. Я вас понял. А, я ж не могу только с этим, да, стрелять. Главное, что я не могу их резать, это плохо. Чего вы такие жирные? Два попадания в голову не умирают. Пуля для снайпера выполнена. А теперь я могу вот что сделать. Поехали наверх. Я тут был? Когда я здесь был уже? Он просто мертвый груз. Блин, жалко, что он в... Здоровенный магазин. Здоровенный магазин — это хорошо. Что тогда, поехали миссии выполнять? Хотя я недалеко. Да, пойдем тогда захватим.
Блин, хер знает, где на горе еще. А, нормально. Нормально, нормально. Птицы, где птицы? Я птицы не вижу. Блин, быстрее нужно подниматься. Они. Сияние, вот что это за сияние? Киберпанк. Поиск. Есть новая задача. Чтобы продолжить, уничтожьте противника. Понял. Понятно. Будет готово. Один. Идем, идем мы тихо. Мне бы сигналку еще выключить. Я вас понял. Да, мои пули что-то не берут их сразу. Ладно, разберемся по-быстрому. Быстро, быстро, быстро. Не тяну времени. Тихо, давай сюда, сюда. Фак он показывает. Хилься. Восстановишься, пойдем дальше. Время брать тяжелые. Блин. Тяжелое подкрепление. Готово. Зачистить. Сектор, а как мне убить? Хотя, я же снайпер. I'm a snapper. Yes. Значит, мне нужно только грохнуть пилота. Пилота я смогу грохнуть только с высока. Либо нет. Готово. Либо сделать просто уток. Отлично. Великолепно. Так, у нас здесь есть кассетка внутри. О, аптечечка даже. Так, ладно. Патроны. АМ есть. Что здесь? Здоровый магазин. Кобра. Разрывные пули. Разрывные пули для тех, кто в деталях вытокал так предварительно лягушек, разблоки после убийства 6 животных.
Но здесь без всяких. Полуавтомат. Полуавтомат, я думаю, это фигня. Для меня расходный материал. Есть. Для дела пригодится. Для дела пригодится. Ай, тихо. Патроны докупить. Расходный материал. Боеприпасы, окей, купить. Со скидочкой. Чем бы нет. Кассета. Где кассета? Кассета. Видеокассета найдена. База данных. Так, особые предметы, видеокассеты. Теперь можно убить невесту. В этой комедийном хорроре профессиональный вдовец Ланс Эйванс женится на богатых женщинах, чтобы потом устранить какой-нибудь несчастный случай. Однако теперь три его жены вернулись с того света, чтобы отомстить. И Лансу предстоит наконец-то понять, что значит покуда смерть не различит нас. Не разлучит нас. Ну, не покуда. А, наверное, пока. Ну, должно быть просто, пока нас смерть не разлучит. Поехали. Это, по-твоему, задание? Простите, яйцеголового 2. Где? Сколько далеко? Недалеко. Окей, побежали. Довольно близко. В принципе, можно сразу грохнуть их всех там. Ладно, это сверху стрелять. Опа, а где это? Что, где-то под землей? Ладно, не хочу влипать в их не проблемы. Тихо, я хочу сюда пойти. Омега. Но хоть сраные перья собирать не надо. Это уже идет отсылочка у нас к Скайриму. Снова к Ассасину Криду, к третьему уже. Так, заметки Каролайн. Блин, гранату жалко, что не могу взять. Так, окей. Поехали, поехали. Это животное мне не нужно. Ой-ой-ой, там... Один тяжеловес. Чуть не заметил. Ай, комар кусают. Так, тихо. База данных. Комары. Особые предметы. Заметка Каролайн 2. Сегодня во время фильтрации плазмы крови дракона рука доктора Дарлинга коснулась моей. Она сделала вид, что это случайность. Но я-то знаю, что она хочет меня. Еще бы ей не хотелось. В моем теле всего 8% жира. Я регулярно занимаюсь спортом. И в отличие от всех этих киберболванов, которые нас охраняют. Я на 100% человек, возможно, ей хочется больше в физической плане. Что ж, я готов стать полным совершенством. Так, телевизоры. Телевизоры, телевизоры. У нас довольно уже, если честно так говорить, много пасхалок. Мне нужно понять, куда он идет. Если он сейчас сюда пойдет, я его смогу легко убить.
Давай посмотрим по его. Дружок. Чё? А, 40 сердец это Макси. Там еще кто-то есть? Да не. Да-да. Куда он идет? Заложник в опасности. Спасите киберботана. Готово. Конечно, хотелось бы по-тихому, но... Слава богу, ты спас меня! Яйца головы 2. Ты свободен. Так, как далеко я до цели? На самом деле, до цели мне тут немножко бежать. Надеюсь, там не херовое место будет. У меня же разрывные, точно. Так. Нет, 12 уровень уже. Гг. Так, шкала здоровья 2, уровень улучшает ремонт. Если у вас нет. Так, плюс 3 ячейки. Шкала здоровья. Перезарядка на бегу увеличит скорость бегу, перезарядку. Это отлично, что я могу на бегу. Получить дополнительную ячейку после убийства на ближнем расстоянии. Трофей с тела собирается автоматически. Наконец-то. Получите дополнительный. Ячейку здоровья, так двигаться быстрее в положение пригнувшись. Это классно. Так, и еще что-то там, да, получил? Животное, животное, база данных. Ведение, дикие животные. Черно-белый тигр. Черно-белый тигр это то, что получается, если взять зебру, дать ей игровую голову с сокрушающей кости челюстями. Мощные когти и когтями вместо копыт. Ну, если что, просто тигр. Раскрашенный в те же полосы, что и обычная зебра. С какой стороны не посмотри, это просто жуть. Да, типа зебра. И все. Так, вот что я перезарядку могу на бегу делать, это отлично. Так, потом... аванпост рядышком. Тихо. Нужно на эту сторону перебежать. Так, я у плотины. Ну и махина. У каждого объекта есть генераторы, но без плотины Слоуну не развернуться на всю мощность. Тогда разнесем эту хрень. Отлично. Высылаю координаты места, где полно C4000. Без воды система охлаждения реактора выйдет из строя. Задача — найти C4000. Мысли покидаю. Вот, я в зоне. Эть, мне тогда нужно этот сделать. Я не глупый.
4. Предлагайте в воду прыгнуть. Нихера себе! А такое я не ожидал здесь увидеть. На самом-то деле. Так, тут сигналку вижу. Пронесло так пронесло. Чувствую, отбиваться мне придется долго. То, что мы все равно сюда еще вернемся, когда возьмем это все. Мои руки. Так, я готов взорвать эту штуку. Как в Квебеке, когда вы спасли мою группу, вызвав перегрев реакторов гидроэлектростанции. Это ж просто так будет. Я плохо помню, что было тогда. Вот откуда они взялись? Детство, родители, вторая вьетнамская. Прости. Удачи, Рекс. Надеюсь, ты снова нас спасешь. Задача. Взорвать плотину, установив C-4000 в уязвимые места. Блин, убегу далеко. Обнаружены робопсы. Осторожно, от их нюха не скрыться. Вот это вот плохо. Используйте дайс, чтобы отвлечь внимание робопсов. Я думаю, что их вижу. Ничего. Отвернуться, зарежу одного и... Отлично. Шавок незамечено. Что это? А. Это за тебя, Спайдер. Задача частично выполнена. Идите к следующей позиции. А вот это сейчас плохо. Двое, да? Я еще не замечен. Это на самом деле хорошо. Так, обратно. Пойти. Так, отлично. Здесь ничего нету. Ставим цешку.
разнесем тут все. Задача частично выполнена. Идите к следующей позиции. Тихо, не заметили, не заметили, нормально. Он же не сюда смотрит. Ай, как мне к тебе наверх подняться? Нашел. Денежки нужно. Обнаружен огнеметчик. И его бак с горючим тоже при нем. Ладно, давай новую снайперку. Никто не уйдет обиженным. Видишь, всего лишь от... Блин, нужно отхилиться будет. Оп, шпритик. Забираем. Чё-то я тупанул, у меня ж мои есть супер взрывчатки. Можешь взорвать их просто к херам. Эх, придется время тратить. Я уже вел твои. Устал до смерти. Ладно, так уж и быть, придется убить. А, больше патрон не хочу тратить. Он сам подбежит ко мне? Считает до пяти. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Давай. Отвернись хотя бы. Отлично. Тут ничего больше нету, ладно. Забираемся. Забираемся, и время кончать. Так, слышу еще одного. Знаешь, что бегать нельзя. Так, цешку последнюю ставим. Задача выполнена. C4000 на месте. Перед взрывом отойдите в безопасную зону. Да, я могу. Подорвемся на полной. Надеюсь, новая C4000 не хуже старой C400. Ну что? Бум! Док, эти бомбы не сработали. Тогда найди на дамбе одного из инженеров. Там были гражданские. Но... Я знаю одного. Он поможет с диверсией. Вот. Найдите его по прибору слежения. Задача. Рандеву с инженером на дамбе. Внимание! Сегодня... Изменения в природе. Присылайте врача, я и его убью. Ладно, поехали. 40 минут видео будет. Побежали, побежали, побежали. Зря ты в меня вот это дуешь. Замечу одно попадание. В смысле? Видишь, чел, что значит взрывные гранаты?
когда шимки сразу... Можно быстро убить сотню другую коммунистов? Чего ждать? Разрядить террор 4000 по их красным задницам! О, да, дед. Я искал тебя всю жизнь. Помоги мне, Сайфер. Так, стоять. Оружие используется, магазин, да? Да. А, у меня денег. Нагруженный патрон наш. Нагружен патрон наш, специально для ковбоя разбирать после... А, короче, сразу два выстрела. А лук? Не хочу, все. Вместо дробовика тогда возьму. А, я здесь был, стоять. Напоминаю, бросьте в противника киберсердце, чтобы дракон атаковал его. Давай, давай. Ну, мне ж потом тоже самому придется потом с этим все. Внимание, осуществлена новая поставка взрывоопасных красных почв. Химическому составу проявлять осторожность и использовать их только... На, жри. На три. Раз. Вперед. Твари будет чем заняться этой. Да не в меня. Ой, ящик. Куда мне бежать? Я понял. Задача выполнена. Да? Вы все же эксперт? Да. А я не герой. Я всего лишь американский киберсолдат, модель Марк 4. Ладно. Тогда помогите мне попасть к реактору, чтобы выключить его. Я ведь не киберсолдат. Что ж, отключим словно свет. Ну, в принципе... Блин, а я не смогу, да, здесь сохраниться? Ладно. Задача. Защищать инженера. Защищать инженера, боезапас. Купить. Подожду здесь, пока не закончите. Проблем. Я только за. Я только за. Я думаю, мне вначале нужно сигналку вырубить. Да ладно! Когда он успел? Когда он успел?
Ты серьезно думаешь, что ты меня остановишь, ты? Тихо-тихо-тихо, как мне наверх забраться? Так, я тут лестницу, да, видел? Готов. Да он просто... Ты убил немало моих солдат! Молодец! Разве ты не должен защищать своих подчиненных, Слава? Давай, речь. Только сильные могут постоять за себя! Я понял это на войне! Вы были недостойны победы! Мы превратили Канаду в ядерную пустошь. Этого было мало! Но, о, сынок! Грядут большие перемены! Это я тебе обещаю! Шустрее, почему такой медленный? Подожди, здесь пока не закончите. Внимание! Очистка от мутагенных биотоксинов на подуровне 3. На подуровне 3. Так, коробка. Первым делом коробки. Блин, здоровяк тут, это плохо. Черт! Так как они сигналку включают? Не до нее даже не дотрагивается. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай. Следующий, где ты там? Медленно спускаешься, тип. Где? Давай, спускайся ко мне. Чисто. 65 сердец. А знаешь, Слоу, твоя группа Омега просто клоун. Посмотрим, Рекс! Кто тут клоун, а кто кибербог? Как мне наверх... А, все, тихо. Трачу не секунды. Быстрее. Если его еще защищать придется. Скажи, Крэш, с тех пор, как в себе моя боевая программа, этот голосок в твоей голове похож на твой? Или скорее на мой? Что ты несешь, Слоун? Ты, видно, напуган тем, что в тебе гораздо больше меня. Или тем, что я не объяснил тебе причину убийства. Только извинился. Готово. Это мост к ядру реактора. Давай, у нас, скорее всего, будут сейчас гости. Они в системе охлаждения! Выпускайте киберакул! Я заблокирую механизм управления и перезагружу эту крошку. Отключим Слоуну свет. Вы это уже говорили. Пусть сидит при свечах. Ну ладно. Что происходит? Внимание! Сильное электромагнитное воздействие. Ну чёрт. Давай. Я отрезан! Вам надо добраться до аварийного канала. Где? Под водой. Помните, там киберакулы! Поиск. Задача.
Отключить шунты под водой. Посадить 7 розовых кустов и снять предохранители. Ты издеваешься? Шунт отключен. Найдите новый. До полуночи. Полуночи. Тихо-тихо-тихо, я молодец. Все. Запускай. Блин, а вниз нужно. Задача выполнена. Идите к инженеру на белом коне. Есть. Осталось давай. Систему и подобраться к ядру реактора. Внимание, парковка сзади запрещена. Чувствую, это к нам гости идут. Не дайте им меня прикончить. Давай, ученый. Идите сюда, ведро. Кто атакует? Еще один сгорел на работе. Обожаю животных. Кто? Давай. О, что он что замутил? Нормально. Я уровень апнул. Где? Ну черт! Кто сильнее, хочешь на руках проверить? Браво, сержант! Но перегрузки нет, придется поработать. Вы должны ударить реактор. Задача. Ударить ядерный реактор. Да, без проблем. Я выбрался, но без Бенджи. Мне жаль, Рекс. Бенджи был славным парнем. Док, он был настоящим героем Америки. А? Не забывайте мыть руки после туалета. Вы обмениваетесь рукопожатиями со всеми своими знакомыми, в том числе и со своей матерью. Вы ведь не захотите, чтобы кто-то ее трогал. Мойте руки. Рекс, тебя не сильно задело импульсом? Все путем, Долг. Мне любые трудности по плечу. Не знаю, Рекс. В рыцаре молота и волшебства ты бы мне продул. О, Долг, компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры — известный способ борьбы со стрессом. Они развивают зрительно-моторные функции и интеллект, не говоря о социализации и улучшении самооценки. А связь видеоигр с агрессией никак не доказана. Короче, те, кто считают игры вредными, просто мудаки. Эй, полегче, док. Мудак, Рекс, это ментально ущемленный достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да? Все?
Да, кажется, все. О, наконец-то! Могу нажать кнопку «Сохранить», оно сохранится и можно закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.